поехали. Инструкцию получил. Парам-пам-пам. Себе тогда с цензурой. Давай. Я условно приклеился к забору, вообще неохота от него отходить даже теперь. Ага, левая рука. А правая просто лежу. Вот так. Больно не будет. Вот это да! Ну что, Женя сказал, 3-2-1 прыжок, вот ты прыгнул. Тянуть время не... и ветра нет сразу. Кайфово. Там сразу бы сейчас еще раз туда же наверх подняться. Это круто, конечно. Главное не думать и вправду. Да.